Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я заказал себе учителя по трейдингу стендов 2, и это стоило 100 голды. Ребят, просто посмотрите на все это очень будет смешно, поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, вы просто посмотрите на этого учителя, посмотрите на его аватарку, у него на аватарке Трэшер Хантер, и ник топ-1 трейдер СНГ. Ну что ж, дамы и господа, я прямо сейчас перехожу к нему в Дискорд. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены. А с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Алло, Михаил, здравствуйте. Забор покрасьте. Где моя голда, я не понял. Так, ты не должен 100 голды. Да я не против, я дам, это был в конце обучения. Ну давайте я дам прямо сейчас, выставляйте. Давай любой прямо статрек. Сейчас. Любой статрек выставляйте без проблем. М40 вейк покупай. Да-да-да, тренер, я прямо сейчас покупаю, вы ни в коем случае не переживайте, я честный человек. Если я долго ждать не буду, давай быстрее. А чем вы заняты? Ты мое время занимаешь. Какое время? У меня 5 клиентов еще, ты че? 5 давай, клиентов? Бегом. Это после меня? Конечно. Трендец, конечно, тренер, конечно. А сколько будет идти урок примерно? И какая у вас аватарка, чтобы я понимал? Вот тут за 100 голды много скинов. Ой, тебе 5 минут хватит. Короче, у меня на аватарке Treasure Hunter стоит. Да. Личный. Выйду после игры. Ничего себе. А расскажи. А, я вижу. Так, я вас покупаю прямо сейчас, правильно? Давай, да, не тормози. Да, все, купил. Топ-1 трейдер СНГ. Вижу. Все, купил, отлично, купил, все. Купил. Принял. Хорошо, смотрите, к вам такой вопросик. Тогда расскажите, сколько лет у вас опыта в трейдинге и как мы будем обучаться и чему мы научимся. Мне это очень интересно. Ну, сколько лет, это, я думаю, не твое дело. А вот. Ну, чему-нибудь я тебя научу. Я что-нибудь придумаю, походу. Тогда посмотрим. Так, алло, тренер, я уже тут появился, что мне делать, говорите, я на базе. Ко мне иди на базу, что ты это на свои делаешь, я не понимаю. Так я думал, вы ко мне прибежите. Так, тренер, смотрите. Давай. Так, да, смотрите, вот это мой скин, это мне подарил мой друг, это АКР Трусур Хунтер Статрек. Вот насколько я знаю. Воу, нубский скин какой-то вообще. А что с ним будем делать? Его можно мне отдать, в принципе. Я его заберу, выкину так уж. Хорошо. Вам он не нужен. Также смотрите, у меня есть вот этот нож, вы показывали. Я не знаю, сколько он стоит. Он дорогой вообще или такое? Не-не-не, это тоже самый нубский нож. Вообще, вот да? Смотри на мой нож. Вот это, конечно, о-о-о, самый топ. Так, тренер, я хочу такой же нож, как у вас. Что надо делать? Ну, мы с тобой поменяемся. Ты мне скинешь свой логин-пароль. Я себе перекину твой нож, а тебе оставлю свой. А, хорошо. То есть мы с вами просто поменяемся, и вы мне дадите все хорошие скины, да? Да, вот так и делается трейд. Быстро учишься, слушай, быстро. Находишь дешевле, продаешь дороже. Это бизнес, детка. А, то есть... То есть я должен найти скин как можно дешевле, а продать подороже, правильно, если я понял вас, да? Да, ты мне сейчас все это продашь за 0.03 просто-напросто. А, хорошо, тренер, смотрите, еще какой-то скин у меня есть. Я не знаю, говорят, что он редкий, но я ничего не знаю. Что? Как вам такой скин? Тренер, вы тут... Блин. Вы аж дар речи потеряли. А что, дорогой скин или нет? Что скажете? Не, фигня. Так подождите, вот у вас на аватарке... Нет, это не он. А, это другой, такой дешевый, да, наверное? Да, это вообще дешманский. Так. Закидывай его сразу. Тренер, а когда мы уже приступим непосредственно к трейдингу? Когда уже будет первый урок, расскажите. Ну я жду 100 голды свои. Так я же заплатил. Я топ-1 трейдер. Одна минута со мной стоит 100 голды. А, то есть я заплатил за одну минуту и надо заново платить, да? Да, плати еще. А, ну ладно, хорошо, тогда выставляйте скин, сейчас буду покупать. Тогда идем уже на рынок, да? Да, пойдем на рынок. Так, тренер, я уже на рынке, что покупать, куда заходить? Че, дебилой, что ли? Тот же самый скин. А, давай то быстрее. Есть М40 Quake, да? Да. Ну, тренер, я постараюсь максимально быстро купить, потому что придется платить тогда еще 100 голды наперед, да, как я понимаю? Какой из тебя никудышный трейдер, я офигею просто. Тренер, а какой будет вообще первый урок? Давайте, я прямо сейчас покупаю максимально быстро, чтобы время ваше не занимать. Вы пока что расскажите, пожалуйста. Вот, все, прямо сейчас покупаю. Все, купил. Расскажите, какой будет первый урок, мне очень интересно. Так, ну что же, я научу тебя ловить скины за 0.03. Заходи на М4 Тайгер. Так, это будет первый урок у нас уже, да? За который я уже заплатил, то есть уже вы деньги брать не будете еще раз, правильно? Скоро будешь еще раз платить, если будешь так много разговаривать. Так, тренер, я зашел на скин М4 Тайгер, что мы делаем дальше? Рассказывайте все от А до Я. Так, ну в первый раз я тебе помогу, так уж и быть. Ставь
Ставь М4 Тайгер по закупочке. Так. И лови его за 003. А сколько штук? Я уверен, надо? Что у тебя все получится. Ну давайте, давайте. Ну давай, давай штучки 3. Давайте, давайте. Поставил, поставил на закуп, поставил. Красавчик, ну теперь лови, лови, лови. Подожди, так я уже споймал по фул прайсу. Стоп, давайте, давайте еще раз поставлю. Еще раз поставил. Давай, 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 еще раз ставь. Поставил. Сейчас. Поставил, поставил, поставил. Тренер поставил. Я опять за 0.40 купил. Трейдер, да! С 0.3 споймал один скин. Поймал? Один скин из 10. Молодец, молодец. Тренер, я примерно из 6 скинов поймал только один за 0.3. Чуть первый урок как-то так себе. Что делать дальше? Рассказывайте. Лови дальше, лови дальше. Так, а ну-ка, то есть ставлю 0.35 и сразу, допустим, 3 штучки. Так, давайте, давайте, давайте. Поставил, тренер, поставил, поставил, поставил. Так, так. Так, тренер, тренер, 0.35. Какой-то дизельный ой-ой-ой, такие слова при тренерах нельзя говорить. Так, еще один запрос. 0.3, ура! Так подожди, это же вы мне продали. Наконец. Это же вы мне продали. Нет, нет, нет. Это ваш ник был, топ-1 тренер СНГ. Так, это не важно, ты молодец. Обучение прошел. Тренер, я уже прошел первый урок. Нет, надо еще его закрепить. Как? Я помню, у тебя был UMP-бист. Ну да, 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 да. Заходи на него. Вот заходи на него. Да, то есть UMP-бист, да, это сейчас, сейчас такая красненький скин, если не ошибаюсь. Да, я зашел. И да, 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 да. Да, да, да. Что делать дальше? Так, ну теперь твоя очередь. Ставь его за 0.03. А, и что делать? Без лишних вопросов. Без лишних. Да, давай, поставил, поставил. Все, нажимай создать, да? Да, 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 давай. Да, 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 споймал. Ой, красавчик. Споймал за 0.3. Даже за 0.1 споймал, представьте, тренер. Я быстро обучаюсь. Да, слушай, ты молодец. Так, тренер, ну что же, а теперь мы можем приступать к уроку номер 2, наконец-то. Ну ты дебил или как? Не можешь никак запомнить. Урок стоит 100 голды. М40 Quake, правильно, тренер? М40 Quake, да. Да-да-да-да, прям сейчас покупаю кабанчиком М40 Quake, 100 трек, вообще без проблем, тренер. А сколько людей уже в очереди появилось? Потому что было, как говорили, как когда мы начинали, 5 человек, а сейчас сколько? Уже человек 7 меня ждут, все мне назвали. Ну блин, ну скажите им, что мы скоро там обучимся. Так, все, все, все. Купил, тренер, купил, 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 купил. Все, вижу, отлично. Приступаем к третьему уроку. Подожди, так, а у нас же второго не было. Урок номер 2, тренер всегда прав. Запомни. А, ну ладно, давайте тогда к уроку номер 3. За урок номер 3 хотя бы платить не надо. Ну, типа, я же заплатил, по идее, правильно? Это второй урок, это так, типа, это как больше как правило. Я жду свои 100 голды. Еще 100 голды? Еще 100 голды. Так, а в смысле, урок номер 2 был таким коротким? Конечно, у меня в очереди 7 человек стоит. Капец, тренер всегда прав, ну ладно, все, сейчас буду покупать. 5 minutes later. Давай. Ну что же, тренер, какой следующий урок? Так, ну следующий урок ты должен научиться покупать скины с наклейками. Так. Доводи мне свою демонстрацию. Давайте, 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 так, вывел, вывел, вывел. Вижу, 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 отлично. Так, и что там, листаем, листаем, да? Так, а листай, да. Какую наклейку мы ищем? Расскажите, что мы ищем, это я не понимаю. Самая топовая наклейка, это наклейка V2. Ага, ага, то есть наклейка... АКБМ V2, сам понимаешь, да. А, то есть, на... а вот я вот нашел за 42 голды V2, это она нам подойдет? Нет, это... нет, нет, нет. А почему? Это фейк, дешманская наклейка, листай вниз. То есть надо подороже покупать желательно, да? Она примерно от 200 голды примерно будет, да. А, то есть где-то там, так, так, так. Вот я вижу 188, 4 наклейки V2, это оно? Нет, 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 нет. За 200, так, а вот, нет. За 200 голды V2. Вот, вот. Подожди. Она, идеально. Сейчас, подождите, а почему тут ваша аватарка? Да не, это мой фейк, это фейк. А фейк сам ваш? Понимаешь, топ-1 трейдер, да? А, ну ладно, фейк, ладно, покупает. Все, я покупаю, да? Так. Да, покупай. Да, покупай. О, и ник такой же, красавчик. Как и у вас. Ник такой же, как и у вас. Это фейки, не обращайся. А, и что мне теперь делать с этим скином с наклейкой V2? Так, ставь его за 20 тысяч. За сколько? За 20 тысяч. А, и кто-то купит? Да, конечно. Да какая разница, когда-то купят, неважно. Ну, а точно купят? Да, да, точно купят, 100%. Так, ну хорошо. Я видел, так один ютубер трейдился на стримах. Так, ну что же, тренер, я думаю, можем уже приступать к следующему уроку. Следующий урок будет стоить 200 голды. Сколько дороже? Я ютубер, у меня 800 тысяч подписчиков на ютубе, и скажи привет, ютуб! Я все это снимал. Пока, лох. Алло, 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 алло. Трындец, он ливнул. Короче, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и если вы наберете 10 лайков, то я обязательно сниму продолжение с тренером. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.